Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Сегодня я хотел бы рассказать вам о небольшом дополнении, обновлении. Оно, честно, очень небольшое. Смысл его заключается в следующем. Дело в том, что проводим мы исследования и, соответственно, не стоим на месте и уточняем результаты, полученные нами на протяжении более чем 11 лет. На ваших глазах сейчас файл формата Microsoft Office Excel и маленькая частичка нашей базы данных. Маленькое информационное сообщение. Все люди, кто приобрел у нас бланковые автоматизированные методики, значит, прежде всего, наверное, но это для всех, они получают совершенно бесплатно, абсолютно бесплатно небольшое обновление по методике MMPI в данном случае. Надо сказать, что планируются дополнительные бонусы для лиц, которые приобрели у нас автоматизированные методики. Но это связано прежде всего с техническими моментами. Они получат некие бесплатные тоже обновления для своих автоматизированных систем. Ну а в данном случае представлен файл базы данных, полученный нами за последние несколько месяцев. В этой базе данных 60 человек, ровно 60. И все, кто приобрел, неважно, бланковые или автоматизированные методики, получают обновление нормативов по методике MMPI, вариант MIL на 377 утверждений, адаптация Березина. Вот здесь вот они отображены. Соответственно, при вашем желании вы можете мне написать по своему email адресу, ну, предположим, пишите мне письмо на электронный адрес brain.ru. Это электронный адрес лаборатории gmail.com. Это всем вам известный адрес лаборатории психофизиологического обеспечения. И вам всего лишь надо написать: хочу получить обновление нормативов методики MMPI. Соответственно, если ваш email адрес находится в нашей базе данных, мы их сверим, эти адреса. И, соответственно, если вы у нас приобретали, неважно, бланковую или автоматизированную методику MMPI, мы вам в тот же момент моментально отправляем вот этот самый файл. Естественно, без базы данных, без вот этих индивидуальных каких-то результатов, а именно получите вы средние показатели обновленные по результатам первого полугодия 2013 года, 60 человек, и рассчитанные по ним средние квадратичные отклонения. Вот, собственно, вот эти две строчки со средними значениями по всем шкалам и с рассчитанным среднеквадратичным отклонением. Вы сможете уже перенастроить свои автоматизированные системы или учитывать их при бланковом использовании этой методики и, соответственно, опираться на них в оценке тех лиц, тех людей, которых вы подвергаете в своей работе тому или другому физиологическому, психологическому обследованию, тестированию. Ну вот, собственно, вот такое небольшое обновление. Пишите на этот адрес и бесплатно получайте обновление. В будущем, в дальнейшем, сейчас идет у нас активная работа. Также вы будете получать абсолютно бесплатное обновление для лиц, которые приобрели наши автоматизированные или бланковые методики по таким методикам, как КТЛ. В ближайшее время КТЛ, далее УСК, ПЗМР, СЗМР и так далее. И это все совершенно бесплатно. Приобрели методику, и вас никто не бросает. Вы получаете периодические обновления именно лиц группы нормы. В данном случае по лицам группы нормы. Ну вот, пожалуй, наверное, и все на этом. Благодарю вас за внимание и удачи вам!